Всем привет! Короче, ребят, надо прояснить кое-что по металлической вот этой вот шпатлевке, так называемой, которую не видит толщиномер. В общем, после того, как я опубликовал несколько таких роликов, куча звонков поступили, люди обращаются именно в сервис Avant STO. Мне мастера-приемщики уже несколько раз жаловались, что все говорят: мы видели, как вы ей работаем, вот сделайте нам ей. Так вот, я доношу до вашего сведения. Мы ей не работаем. Ни в одном ролике, покажите мне, пришлите этот ролик, где я показываю, что мы ей работаем. Именно в, используем ее в своей работе. Нет такого ни одного ролика. Все ролики, что вы видели, а их было всего несколько, так это всего лишь навсего ролики тестовые, в которых я ее тестил и показывал, что ей можно сделать. То есть, понимаете, я показывал, как ей какие-то мошенники, кто хотят скрыть ремонт, какие работают. Вот что я в ней показывал. Вот что я показывал с ее применением. Я нигде не показывал, что мы берем и ее ежедневно применяем в своих работах. Другой вопрос. Почему не применяете тогда, может быть, вопрос сразу же, уже все, может, ну, может быть, переадресация. Интерес может другой задаться. Почему ее не применяете? Потому что нет никакого технолога, нет никакого представительства в России. Никто нам за нее ничего не может рассказать. Соответственно, мы понятия вообще не имеем, как она себя ведет в долгосрочной перспективе, какую на нее можно давать гарантию. Об этом все я делаю сам тесты на Boosty. Ссылка на Boosty в актуальном сторисе или в описании везде. Смотрите в каналах или под роликом. Там мы делаем тесты. Я провожу тесты, мы тестим ее и сами выявляем, как она себя ведет, хорошо или плохо. Но это все долго, вы понимаете, тесты, они могут не один месяц продлиться, чтобы понять, какой материал. Вот и все. Но я вам скажу, что она по качеству, ну, есть куча шпатлевок лучше ее. У нее одна цель, это скрыться от толщиномера, похоронить под собой слой, все. Она на качество, я так понимаю, не рассчитана. Китай на это упор не делали, когда ее создавали. Именно поэтому в своем ежедневном ремонте мы ее, естественно, не применяем. То есть можете не обращаться. Как бы тут, я надеюсь, все просто. Просто непонятно, как бы. Каждый день там по 10 звонков, мы видели, вы ей работаете, вот сделайте нам то-то, то-то. Мы ей не работаем. Я много чего здесь делаю, всякие приколюхи, тесты, понимаете, это такие соцсети, как блог мой, где я тещу все, но на территории Avant STO. И здесь может быть много чего, чего мы вообще не применяем. Ну, в принципе, применяю я это, если вы видите, что ежедневно я выпускаю ролики, где клиентские машины заезжают, и я ими выполняю работу. Вот это применяю, да. А эту шпатлевку ни в одном из таких роликов я не показывал. Я показывал один ролик, который залетел, я прям показал, как крыло залипушное, жесткое, прям говорю, что это залипуха. Это не мы ее применяем, это я сделал в качестве теста, показать просто наглядно, как это работает. Я надеюсь на понимание. Все, в общем, мы ей не работаем. Можете не звонить приемщикам, не говорить такие вещи, мы ей не работаем. Всего лишь пару баночек я заказал, чтобы ее проверить. Все, ее нет, баночки закончились. Ну, там еще одна есть, но она чисто для тестов. Ни на какую работу ее, естественно, не хватит. Я надеюсь на понимание. До скорых встреч.